Всем привет! Привет-привет! Так, сегодня мы с внучкой будем делать творожный торт без выпечки, да? Угу. Как мы его назовем? Диетический. Вот, диетический торт. Что нам понадобится? Сахар. 150 грамм сахара. Желатин. Так, 40 грамм. Апельсин. Сколько? Одна штука. Да, один апельсин. Так, творог 700 грамм. Сметана. И кукурузные палочки. Итак, начнем. И высыпаем весь желатин в миску. Так, 40 грамм желатина. У нас пакетик... Ой, упал. Пакетик 10 грамм. Значит, 4 пакетика. Да, высыпай. Так. И 120. Ты пока высыпай, а я воды тёплой. Всё. Так, высыпала? Угу. Ой, так, а что у нас? Так, выливаем 120 миллилитров теплой воды. И да. Все перемешиваем. Да, давай перемешай тщательно. Пока. И отставим в сторону, пусть набухает. Хорошо? Угу. Так, молодец. Все перемешали. Ну, все. А теперь высыпаем сахар, 150 грамм. Так, и 300 грамм сметаны вот нам надо. Сейчас я открою, подожди-ка. Так, а теперь мы в эту массу вот, творог, сахар выкладываем сметану 300 грамм. Вот так вот переверни. Вот так вот. О! Все, и тут... Выковыряй, там есть еще? Нет. Да. И все это нужно тщательно взбить блендером до однородной массы. Сейчас будем взбивать. Так, ну вот такая масса у нас получилась. Нет, желатин пока не надо даже. И мы забыли сказать, что еще сюда по вкусу, ну, щепоточку ванилина. Желатин нужно поставить в микроволновку, чтобы он растворился, и подождать, чтобы остыл немножко, и потом продолжим. Так, желатин остыл, и ложим вот эту смесь творожную и размешиваем. Так. Размешали, и вот эту массу выливаем сюда и размешиваем тщательно. Вот такая масса у нас получилась. Ну, что-то она жидкая вообще. Не знаю. Я думаю, ну, посмотрим. Потом поставим в холодильник. Если застынет, то это, ну, проверим заодно рецепт. А то постоянно выкладывают такие, прям все красиво, быстро. А на самом деле будем ждать результата, да? Сейчас будем укладывать его. Взяли вот такую вот тарелочку, выложили пленку. Вот я даже не знаю, Даша, как она. Что-то жидкое. А может застынет она? А где она застынет? В холодильнике, а потом... там же еще апельсин. Ну, сейчас подожди. Я вот так вот буду делать. Что получится, то получится. Так, ну вот. Первый слой. Ой. Сильно жидкое. Жидкое, да. Как у меня. Вот так вот. Вот это, видишь, как вот оно поднялось. Короче, я думаю, что у нас
фигня получится. Да? Ничего не понятно. Так, теперь давай апельсины. Чуть-чуть, ну, немножечко апельсина. Ой, они. Ну, в этом, в интернете мы смотрели, там прям густая масса была. Не знаем, какие сливки. Ой, сметана. Жирность, ничего не было написано. Мы взяли сколько? 15, да? Угу. Вот. И сверху опять ложим. Будем заливать. Короче, ерунда. Я чувствую, что это будет какая-то каша. Ну, посмотрим. Размажь, чтобы ты... Да, ну желатин-то он должен застыть-то. Да. Мы с тобой такие кулинары. Так, а сверху мы посыпаем хлопья. Вот так вот. Вот так вот хлопья. И опять заливаем. Ну, мы просто уже льем, но не получается у нас. А потом сверху еще. Оно как каша, оно сейчас перемешается. Ну, что-то мне не нравится, уже не нравится. Оно не должно так быть. Так что рецептам в интернете не доверяйте, да. Прежде чем что-то сделать, нужно, конечно, проверить. Вот мы решили. Нам так понравилось вчера, да? Все так красиво, но у нас жижа какая-то. Какая-то жижа, да. Ну, опять апельсины. Ну, проще в одну эту слить, все перемешать. И вылетит, да. Ты права, Даша. Вот такая вот. Ой, там еще выкладывают. Что-то там этими. У нас, по-моему, ничего. Вот так вот. Так, ну-ка, давай. Ну, завтра будем смотреть. Так, ну, в общем, намазали мы. Развозюкали тут все. Так. Ну, чуть-чуть. Сыпем. Там она выкладывала по одной, но тут, по-моему, ничего у нас не получится. Мы просто засыпем. Все упало, да? Ага. Так, вот. Так, разравнивай чуть-чуть. Давай. Тоже помогай. Расцвет. Ну, как нам написано, там было на 2-3 часа, но мы на ночь, потому что у нас уже время 11 час. Мы на ночь поставим, а завтра посмотрим, что у нас получилось. Ну, общее впечатление что-то не очень. Ну, так прикроем. Вот. Если застынет, хорошо. Ну и так, до завтра. Завтра будем, как говорится, смотреть на наш результат. Да, Даша? Ну вот, настало утро. Наш торт готов. Наш торт готов. Так, как бы у нас такая чашка большая. Ой, разнос. Так, вот так ложим и переворачиваем. Надеюсь, перевернем. Ой, не знаю. О! Ди-ди-ди-дым, да? Так. Ой!
Ой, ой, а что он не вылазит? Ну, не будет. Подожди-ка. Вот. Так, не так. Ой, господи. Так, это у нас высыпалось лишнее. Сейчас мы... Подожди, не трогай даже. Так. Мы немножко неправильно сделали. Нам надо вот так вот поделать. Вот. Вот, чтобы он вывалился потом у нас. О, все, он так... Все, теперь опять переворачиваем. О, вот так. Все. Так, ну-ка. И теперь аккуратненько все снимаем. Ну, вроде бы застыл. Ну, правильно, за желатина сколько. О. Так, а теперь мы его обклеим, выложим. Давай, выкладывай, Даша. Прям придавливай, придавливай. Вот так. Ну вот что-то вот ужас. Да. На вкус тоже не очень. Может быть, творог надо было не такой, но мы брали не жирный. Какой-то, ну, за счет желатина он застыл, конечно, но на вкус так себе. В общем, не советую. Любой рецепт, взятый с интернета, нужно проверять. Ну, просто жалко, что столько продуктов потратили. Конечно, мы его съедим, но не с таким удовольствием, я думаю. Ой, ну ладно. Спасибо за просмотр. Спасибо, что вы со мной. Всем пока. Love you.